We survived. Так, я вижу, там больше okay. почти 100 моряков, да, или даже больше. Уже... Так, снова это ерундень. Так, ну ладно. Как говорится, ну... Так, я, конечно, не помню, на ИФБА можно ли сразу пить, может быть, как-то начать с робкого D6. Имею право на такие вещи. А дальше как-то слон Е6, конь Б4, куда кривая вывезет. А вывести она должна, несомненно, на белого короля. Если я хоть что-то в этом понимаю. Слон g5. Так, ну снова вот эти начинаются. Эти пляски. Слон f2, конь d5. Конь e5 не лечит, да? Ну, как-то gotta somehow keep the fire. Otherwise, it's like a... So, if I don't keep fire, так, ну I'm хорошо, gonna если die я снова, там, прибегну к своим старым трюкам. One. Так, не знаю, неужели это какой-то сегодня такой муднья все время на e4 отдавать пешку? Oh, не, ну boy. Всякое бывает. Есть, это хорошая традиция, я не хотел бы ее осуждать, просто несколько удивлен, что ли. Подобной щедростью со стороны достаточно сильного гроссмейстера. Так. Так, ну здесь уже что-то от меня требуется, да? Back. Какие-то минимальные усилия. Наверное. Какой-то у него слон, не пойми какой. Круть-верть. Так, ну, где-то он хочет конь e4, поэтому, наверное, слона на f5 поставить будет более чем законно. А дальше уже придется творить. Нет, лайки нельзя забывать ставить, это совершенно неверно. Поэтому, пожалуйста, поддержите нашу трансляцию, спасибо за поддержку. Ну, в общем, идем дальше. Так, не, я понимаю его логику, что его слона трудно поймать, но неужели настолько? Что за неуловимый Джо? Ну, опять, правда, есть поле, надо. Признаем этот грустный, но, несомненно, справедливый факт. Я, правда, могу ему что-то устроить, ему какие-то там приключения. Примерно такие. Вот что-то в таком духе могу устроить, там еще где-то здесь зависит. О. Чувствую, что это все добром для меня не кончится, но... А, вот он так играет. Так, ну уже, да, уже 5 коней в 6, это уже... Это весьма предусмотрительно с его стороны. Слон b6, вот что-то такое хочется. The next move f3, сделать. Для начала, вероятно, стоит убрать короля. Все равно у него фигуры повязаны каким-то морским узлом. Я надеюсь, что рано или поздно это обстоятельство в игре скажется. Пока же я угрожаю ходом слон b6. Где-то там вдалеке есть ход g5. Слон b6, взяли конь c3, да, там получается что-то дальше там, да, как-то не вытанцовывается. Это же опять хочется сыграть как-то ход. Ход кажется вполне уместным в подобной ситуации. Единственное, что где-то жф, наверное, ладья e5 мог сыграть, но это уже все в далеком прошлом. Так, ну что-то хочется мне уже запустить, потому что иначе... У меня на часах маловато времени. Надеюсь, это достаточный аргумент. Нет, конь e7 мы не зевали, там у нас были свои идеи. Может быть, не слишком хорошие, но идеи. Я раз забыл, что я могу сразу там где-то, да? При случае рубануть. Так, да e, слон e5, могу какой-нибудь f6 запустить. Могу? Могу. Так. Так. Да, я раз забыл, что такое. Надеюсь. Как-то мы с честью даже из этого, может быть, выйдем. Правда, скорее нет, если честно. Так, мы можем как-то так даже запульнуть. Но боюсь, времени слишком мало. Из этого вышло что-то хорошее. А еще, что еще хуже того, пешек слишком мало, чтобы из этого вышло что-то хорошее. Ну, пешки, ладно. А, еще так можно. Да, да, это я не подумавши сделал. Согласен. Есть такое дело.
Жаль, я все-таки что-то переборщил в этой партии. Позволил себе больше, чем следовало бы. А что ж ты шахуешь туда-сюда? Ну, выигрывай или как? Okay, you got some revenge at least from this fella. We lost two times previously. Идем дальше, да. После перерыва трудновато играть. Ну ладно. At least we are getting some revenge, guys. Отдельные партии не получились, да? Как не трудно.